Ульяновские нотариусы вышли из кабинетов и взяли в руки грабли с лопатами. В свой профессиональный праздник они решили навести красоту на Среднем Венце. Место выбрано не случайно. 5 лет назад аллея была передана под опеку местной нотариальной палате. В 2014 году мы установили здесь детскую площадку, посадили 33 рябинки. Но не все они прижились, к сожалению, но мы каждый год ежегодно сюда привозим песок в обязательном порядке, сажаем деревья, чистим, убираем. В этом году Ульяновской нотариальной палате исполняется 25 лет. В честь юбилея трудолюбивые юристы решили установить пару новых скамеек. Этим и занялись сразу после уборки местности и высадки молодых деревьев. Один из активистов, Адель Нигматуллин, надеется на порядочность местных жителей, ведь он и его коллеги вкладывают душу в благоустройство. Мы это делаем от души, от всего нашего сердца для жителей города Ульяновска. Хотелось бы в ответность, чтобы следили тоже, чтобы не портили, чтобы лавочки эти стояли, приносили пользу людям, чтобы они служили долго, верой и правдой. Нотариальная палата занимается не только облагораживанием своей территории. Специалисты активно помогают населению. В частности, детский дом «Гнездышко» уже несколько лет находится под их шефством. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.